Солнышки. Те, что около Роматермини, да? Заметьте, что мы наверху. Я сейчас немножко вам позаписываю. Короче, мы в поезде. Показываю вам. Мы отъезжаем вокзал. Посмотрите, сколько здесь арок тоже. Это тоже стена, видите? Только с крыши приделали. Вот. Пошла стена, видите? Опять мелкий ключ. Которые говорят, что они не понимают, что я говорю. Я не знаю, как вам еще. Я не знаю. Правда. Ну, представьте, что я тогда ничего не говорю. Я не знаю. Если я вам еще что-то не дала никакого импута, то извините. Я не знаю. Поймите правильно, это не мои проблемы. То есть, если за 6 месяцев вы еще ничего не поняли из того, что я делаю, ну, хорошо, вы новые там. Но новые, минимум месяц есть некоторые. За месяц ничего не поняли, не знаю. Месяц я выкладываю где-то около 100 видео. Вот. Поэтому за 100 видео не понять. Задавайте вопросы конкретные. Я не хочу конкретно отвечу. Потому что я просто вообще в ступор от того, что вы говорите, что вы не понимаете, о чем я говорю. Не знаю. Я-то умничка снимать и рассказывать, но вы-то тоже немножко поднапрягитесь. Мы же не в детском саду, ребят. Все вы такие подкованные альтернативщики, но я не знаю, как вам еще, зачем я вообще должна разжевывать. Считаю, что... Да тем более я все говорю не какими-то там двусмысленными словами. Все мы, сколько уже терминов новых ввела уже. На домах, которых в романтическом стиле. Я вам показываю много-много-много линий уже на протяжении несколько месяцев. И говорю о том, что такое же строение в земле. И на земле, и под землей. Все стены идут слоями. Это не о чем. Жабо. То, что еще система Жабо, это показано, как расположены стены. То есть волной. Намекала на этого клоуна Итта. Ну, не знаю, это очень много всего, как бы, снова все объяснять. Ребятушки, я собрала завтра, чтобы как утешительный приз для моих любимых друзей, для себя, поехать в Рискьера-дель-Гарда. Потому
что, мне кажется, при такой погоде самое то... Per la vostra massima sicurezza a bordo, questo treno è stato equipaggiato con un nuovo sistema di aerazione, basato anche su innovativi filtri EPA, che riducono drasticamente la propagazione del virus. Grazie a questa tecnologia è possibile occupare i posti a sedere senza distanziamento ed in totale sicurezza. Vi ricordiamo che è obbligatorio indossare la mascherina durante tutta la permanenza a bordo treno. Ladies and gentlemen, please make for the district has been equipped with a new ventilation system. Also based on innovative HEPA filters that drastically reduce the spread of the virus. Thanks to this technology, it's possible to occupy all the seats on board in total safety. We would like to remind you that it's mandatory to wear a face mask for the entire journey. По-английски понимает, ребятушки, вы поняли, да? Я, те, кто не понимает, я скажу, они говорят, что этот поезд оснащен какой-то новейшей технологией, которая позволяет, значит, все, как бы, все убивать, все бактерии, все вирусы, это понимаю, да? И поэтому можно садиться рядом друг с другом. Ну, вообще, просто... Такого бреда вообще еще надо придумать. Кстати, потом поговорим про ситуацию у нас. Как уже нагнетают обстановку, как люди странно не верят в то, что их закроют. Будете просто какие-то глупые вопросы задавать, поверьте мне. Для меня это глупый вопрос.
Ну, обижаться, не обижаться. Я не обижаюсь на кого. Я говорю, что я не умею обижаться. Я возмущаюсь. Или ору, или бешенство, матки страдаю. Но обижаться никого. Чего мне обижаться, господи? Нужно сами на себя обижать, если не понимаете.